Сегодня 1 апреля, как обычно, 1 числа я снимаю про улиток. Как они подросли. Сейчас я хочу показать, чем я их буду сегодня кормить. Они сегодня такое довольно разнообразное питание будет. Едят они уже очень много. Там баклажаны, кабачки, огурцы, красный перец и морковь. Я посыплю их любимыми минералами. Минеральная добавка специально для улиток и черепашек. Они, кстати, вот если посыпать, они именно то место сначала начинают выгрызать, где насыпано минералами. Так, теперь я посыплю яичным порошком, скорлупой. Хотя они его даже и когда едят, бывает у них в помете выходит именно... Не знаю, почему он не переваривается. Так, и рачков, или как это называется. Так. Рачков. Вот рачки специально тоже для черепашек сделаны. Тоже с этими, с кальцием. Так как черепашки еще растут. И одна имела повреждение. Не черепашки, улитки. Одна имеет повреждение. Я стараюсь давать больше кальция. Вот такое еще будет. Сегодня они еще яблоко ели. До этого давал яблоко, они его игнорировали. В этот раз они его довольно-таки хорошо поели. Причем ели они обе. Вот. Такое сегодня будет питание. Рачков специально в центр насыпал, потому что они тоже их обожают, и они полезут по пути все сюда. Особенно кальций. Вот такие они выросли, эти улиточки. Вот по средней ладони. Сейчас одну возьму. И сюда. Не бойся, не бойся. Это побольше будет. Та немножко раненая. Она падала. И мы ее вот, вот такая она стала. Мы ее яичной пленкой здесь вот клеили. Ничего, она подросла. Прошло где-то, может, 2 недели после того, после ее падения. Но не сама упала, ребенок. Любит с ними играться. Вот настолько они большие уже за 4 месяца выехали. Так. У нас все любят их практически. Ну, один ребенок не любит, а любит. Именно держать на руках, носить, с ними играться. Вот. Все, запустил их на еду. Они активно очень так за нее принялись. Как я понял, одна стала морковку есть, другая там красному перцу. В принципе, перец они едят первый раз. Но я надеюсь, можно им такое есть.